Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Как вы поняли из названия видео, сегодня мы с вами пойдем на свадьбу, на немецкую свадьбу. Свадьба будет проходить Palast Wachenheim. Это один из самых больших в мире завода шампанских вин. Он находится рядом с моим домом в 10 километрах. Кому интересно узнать, как это все происходило, сколько это все стоило, смотрите видео. Приятного вам просмотра. Свадьба расположена в винодельческом комплексе. Видите, там далеко. Там замок. В принципе, тоже принадлежит этому винному заводу. Одно из помещений они переделали, проводить свадьбы, дни рождения и все в этом роде. А так винодельному заводу больше 100 лет. 1881 год, по-моему. Сейчас это очень большое производство. По всей Германии эти шампанские продают во всех магазинах. Кому интересно, в интернете я оставлю ссылку. Здесь можно забронировать место для торжественных занятий. И заходим мы вовнутрь и увидите все. Можно посидеть, попить вина. Кто немцы знают это название. Очень красивое место. Украина везде. Все старое. Старое все. И вот это помещение они переделали под зал. Вот такая красота. Здесь подарки. Вот наша команда. Так, это, друзья, детский бар. Тебе надо конфетку взять какую-то, да? Надо какую-то тарелочку или как это делают? Короче, пошли фотографироваться все. Сейчас мы здесь будем стоять. Это где мы сидеть будем? За какими столами? Айскёнинг. Так как мы делаем обзор, обзор начинается с туалета. В туалете Вики комода, можно переодевать детей. И дальше все. Шикарный туалет. Мы находимся в этом замке нижнем. А сверху замок. Везде виноградники вокруг, видите? Красота. Все чисто, красиво. Всем большой привет. Все, идем дальше.
Так, сейчас отведаем свадебного торта. Каждый слой это разные, на разные вкусы. Попробуем мы взять каждой дольки от каждого торта, от разного торта. В общем, друзья, как происходит? Сначала все пришли, немного выпили шампанского, потом все сфотографировались, потом все сели, а потом вы сами видели, разрезали торт, сейчас все поели торт и будем ждать, когда будет главная еда. Не знаю, будут, не будут танцы, будет видно. Так что ждем. На свадьбу было такое приглашение. Женится Лиза и Доминик. Так что приехали мы сюда. Сейчас я пью кофе. Поели торт. И вот это меню. Что можно будет поесть на свадьбе. В общем, салаты. Главное меню это жареная свинина с разными соусами, с картошкой, с салатом. Так, десерт. Что можно еще заказать? Напитки какие есть? Кофе, джин-тоник, коктейли, различные вина, но в основном сухие все. Пиво трех видов, безалкогольное есть, ну и сок различный. Так что вот так, все тихо, спокойно, жених с невестой уехали фотографироваться. Здесь будет еда, можно будет брать шведский стол и с собой нести невеста наша. Смотрите, какая пепельница, труба с такой отверстием маленьким. Так, сейчас у нас салаты перед горячим. Сам себе накладываешь, сколько хочешь. Стоишь в очереди. Дерево такое интересное стоит. И со спины смотришь. Ой. И кажется, в общем, как будто бы сзади девушка. Со спины. Это большой сыр. Нянка. Мид базилику я. Нянка. Тихо, спокойно, пообедали, можно сказать, поужинали. Без драк. Поужинали. Все спокойно, тамады нету. Сейчас не знаю, что еще делать-то будем. Ой, это кто? И вон там Кира еще. Ну, так что, такие пироги. Такая свадьба. Может быть, еще танцы будут? Да, ждем танцы вообще. И еще, наверное, полдник или ужин. Так уже все, наверное. Тебе больше не будут давать ничего? Ну, я не знаю, то, что вот, наверное, там еще. А вы видишь, уже даже со столов убрали, все поели и убрали. Так что тихим храпом домой идем. Нет. Приехали ребята. Будут делать фейерверк. Ждем фейерверки. Лимончики растут к чаю.
десерт. Это тирамису, а это не знаю, что. Мышкин вот это. Готовили, скоро будет фейерверк. Ребята все подготовили, поливают травку, чтобы не загорело. На всякий пожарный случай, как сказать. Машину пришлось переставить. Ребята местные виноделы бухают. Сейчас будут букет кидать. Кто поймает, тот и женится. Или замуж выйдет, то есть. Тебе-то не надо туда идти. Ты же замужняя уже. Да? Мне нельзя. Нельзя. Можно попытать свое счастье. Yeah.
пошла любовь, жаряли помидоры. А сейчас, друзья, дискотека. Мы домой, ребята дальше танцуют. Так что вот такая свадьба немецкая. Кто досмотрел до этого места, значит, все понравилось. В общем, свадьба стоила примерно 16 тысяч евро. Народу было так на первую скидку от 60 до 70 или 80 человек. В эту стоимость входило и фейерверк, и еда. Ну, короче, все, что было на свадьбе. Сейчас вы знаете примерно, как происходят немецкие свадьбы. Тихо, спокойно, без я тебя уважаю.
Ребята, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мои видео. С вами, как всегда, был Алексей. Берегите себя и своих близких. Побольше вам свадьбы. И расскажите, у кого, когда и где была свадьба и сколько она стоила. Пока. Удачи вам.